А чё, у нас нету БТРов, таки да. Так, А вы ограничители. не А у нас, были. кстати, много тракторов. Типа ГАГа. А почему у нас оружия нет? Мы будем Там обороняться камнями? ящик. Так и мы его спрятали. Так и Таки я очень много оружия полицейский. в ящик. Оно очень Прайсы странно. хорошо получается. А, ну все, в принципе, понятно. То есть зоны захватывать, Вырезать из него квадрат время. Так и зависимо. скажи, что Да. ты хочешь сказать, Ну, Паша. все понятно. Ясно. Так, я думаю, закрыть надо этот хрень. Впереди ботов сидят. Вообще за заборчик заедем, там поселимся. Уже ангара нет. Так, ну Не, в все, мы ангарах как бы. полюбос. Кто-то говорит рядом. Мы на месте. На шепот. Давайте в западных сейчас квадрат отхаваем, проверим. А потом пойдем на юг. Что там? Схватили квадрат. Нет, я имею в виду следующий западный. Северо-западный. Тут, кстати, кирпичный дом, они в нем могут сидеть. Контакт? А, вижу дым. Запад не пробегал. Деревенский. В оранжевом кирпичном доме возле входа что-то горит. Они, я походу, сказал, там дым. Там граната будет взорвана. Понятно, в доме сидят. Сколько примерно? Прям все в доме, что ли? Ну, наверное. Сам вижу, кто-то возле него бегает. Походу, один следующий. Минус один. Сейчас кто-то убит. Сейчас я стрелял в ЛВ. Они как? Ну никак мы, видимо. Они деревенские, капитаны, всякая. А рюкзаки у них есть? Это не пускай. О, труба, можно с трубы прям долбануть в дом сейчас. Кирпичном красном. Ух ты, снайпер по нам долбит. Это я пристрелочный делал. По дому. А вы можете сделать из РПГ-хи долбануть в дом? Я пулеметчик. Или у тебя пулеметчик? Понятно. Какой-то пацан в очках и в каком-то пиджаке. Это не наши. Мочи, мочи, мочи. Просто я по нему сказал и сказали, ой, по думал. Короче, возле кирпичного дома, не прямо там. Сейчас в кирпичную форточку ГРПГ-хи дам. Катя.
теперь раш. Во дворе там был один. Зачем вы меня все трогали? А вы меня, не знаю, стрелял 7 или 8 добивал. Ну еще Паша что-то да. Начал со мной делать. Да я хотел это по бар взять, посмотреть, как это он. Ой, это не могло сказать. Я стрелял потом, не знаю, 10 и сразу оглох. Откуда он бил? Так я лежал, смотрел туда, откуда вы вышли, но потом чувак бежал, стрелял его, не успел обернуться. Ага. Ну, я понимал, что вы идете. Ага, понятно. А, не заблокировали, что-то вообще дом не штурмануть. Это бы Азоник это попало, а Азоник все давно. Прям в него попал, можно сказать. А, то есть я из РПГ-хи попал и нифига ему, да? Да, у Азоника вот стекла разбились и все. В очках, да? Так он вообще ушел, он отошел. А-а-а. Так бы сейчас крики а это Брок, наверное, был, нет? Кто это был? Это, наверное, Прайс? Там Прайс ходил рядом. Да. Да, Прайс был. Брайс не будет двигаться. Ай? Кого? Да, Прайс сейчас стрелял. ВВВ. Арбус Фокс. А где вы? Где-то бегать. Он уже убежал оттуда? Угу. Он правильно сделал. Так он бежал так, что Прайс не заметил, так он мог Прайс убить. Да, но Прайс по нему стрелял. А. Чего, будет еще одно? Да не, я уже пойду. Да, я тоже выхожу. Сейчас. Ладно, всем играем. Счастливо. Давай. Пока. Я так понял, зеленый сейчас затащит. Куда он сейчас бежит? С Фокс, да? Наверное. О, Прайса слили. Отлично. Прайса слили, еще одного слили. Да. Какой нуклер? Я убил троих, а меня триггер залагал на месте, я не мог уйти. Ой, дом и снайперки сломали, вы прикиньте? У вас Доник пришел вовремя. Жесть. И выбежал из дома. Да нормально, ой, я пришел, да? Да. Ну-ка очнулся, у него дом падает. А что произошло? Это жесть была. И снайперская винтовка сломали дом. Я сейчас в кашу захожу, передо мной дом ломится. Я что-то офигевший начал бежать. Что делать еще? Как ошпаренный, да? Ну да. Блин, такую миску пропустил, ну, к сожалению. Доник, я тебе больше скажу. Дом сломали снайперской винтовки. Чё? Да. Какой, подожди. Да, кар. Ака, да. Короче. Как? Я просто не знаю, как. Ну, стреляли. У тебя, похоже, там penetration стоит в конфигах какой-нибудь. Не, ну, Базуник, до этого тебя Паша прям в тебя попал снарядом от базуки, но тебе было пофиг абсолютно. Ну. Что-то Брок куда-то ушел. Так Брок за Каткадычем бежал, а Каткадыч только что от него бежал. Так, если Каткадыч выйдет из территории, он же перехватит ее, да? Да ламу это замуляешь. Будешь еще, Паш, сегодня? Не, я уже все сейчас пойду. Я еще сегодня на дне рождения был, уже устал. Ну за то время ты еще. А что еще? Да мало осталось, что-то там. Вот Спитер пусть пока думает. У него неплохо вот получается. Эту миску надо полным составом собирать. Да. Вообще, классно будет. Что Спитер думает пока? Что, не ты сказал, Спитер думает пока, что думает? Я говорю, у тебя неплохо получается по мелким картам придумывать. Давай, придумай нам. Что придумывать?
Что придумывать? Ты что-то какой-то тупишь. Да, я потому что мне нужно было делать тест по истории, зачет у меня, а я его не делаю. Что будем дальше? А, дальше? Сколько человек осталось? Человек мало осталось, фигово. Так, можно было сыграть охоту прасевскую. 11. Давно не играли. Помнишь? О! Прилетело все-таки. Каркарыч, я все-таки нашел Каркарыч. Так он живой еще? Ну, там дамаг маленький. Они еще бота убили, там у бота сердечный приступ случился, он лежит. Короче, он лежит, у нее еще отдышка. Угу. Че, они неужели не поняли, что это был ППШ? Мы... Чики-брики лутается, ясно. Стреляли с ППШ со стороны леса, че они не бегут туда? Зачем? Да, вот действительно. Правда, евреи в джинсах, потлаты, это что-то с чем. Ну а кого еще здесь гражданских таких? Чего не проходит? Нет, там же есть. Скажу. Прикольная. В шапочку. Своих чуть не убивают. Надо было, знаешь, какой-нибудь типа казанка на голову, тогда он был не потлатым каким-то этим, а типа, знаешь, пейсин. Угу. Доктор не заходит, не может перезаходить территорию, потому что... Да, там же еще в Iron Throne есть... А, там два к одному нужно. Самоходка немецкая, что ты ее не запилишь сюда? Самоходка? Ну, не знаю. А вы на чем приехали сюда? Еще я подумал. Ой, там есть самоходка, там есть самоходка советская, тяжелые танки. Советская даже есть. Паш, слушай, тут да. Как-то, блин, сделать так, чтобы техника не именно пробитием выбивалась, а какие-то части все-таки, ну, отламывали. Ты знаешь, когда мне два раза подожди, поняли в эту попу, я так сильно не было, я так сильно не было, почему. А вот как часто я слышу. Тебя убил, и кто был черный вам? Да я вообще, это знаешь... Ой, ты такой, знаешь, как я тебя спалил? Так нет. Вот эта труба вверху торчала,